Мочевина – это ценное азотное удобрение. Однако при преобразовании мочевины в аммоний выделяется аммиак. В результате потери азота могут составлять до 80%. Как сократить потери азота? Применяя эффективный ингибитор уреазы под названием лимус. Лимус замедляет процесс преобразования мочевины в аммоний. Это позволяет значительно сократить выбросы аммиака. Сокращение выбросов достигает 98%. В результате сохраняется больше азота для поглощения растениями. Как действует лимус? В почве мочевина под действием фермента уреаза быстро превращается в летучий аммиак и углекислый газ. Этот процесс замедляется путем применения ингибитора уреазы. Здесь НБПТ, N-N-бутилтиофосфорный триамид, который соединяется с активным участком фермента уреазы и блокирует его. Однако в почве присутствуют разнообразные ферменты уреазы с различными свойствами. Здесь лимус с его двумя активными ингредиентами дает особые преимущества. Лимус может одновременно блокировать несколько различных ферментов уреазы в почве и обладает на 40% более высокой эффективностью по сравнению с другими ингибиторами уреазы, содержащими только один активный ингредиент. Лимус позволяет значительно сократить выбросы аммиака. Сокращение достигает 98%. Азот остается в почве как ценное удобрение для растений, нуждающихся в нем. Это способствует более интенсивному и здоровому росту растений и ведет к повышению урожайности. Лимус предлагается в двух вариантах. Бесцветный вариант предназначен для жидких удобрений на основе мочевины, а цветной вариант – для гранулированных удобрений на основе мочевины. Повышайте вашу выгоду от использования мочевины, гибко планируйте работы по внесению удобрений и защищайте окружающую среду от выбросов аммиака. Благодаря лимус. BASF. We create chemistry.